Это традиционный студенческий турнир на Кубок городского спортуправления. Он уже проводится не первый год, и участвует в нем не только, допустим, студенты вузов или техников, но вся учащаяся молодежь. В университете просто как бы проходили на физре, да, кто может, там, кто чувствует мяч, того берут. То есть дело все в чувстве. Если мяч не чувствуешь, смысл играть. Вот дело в том, что у нас постоянно вот проводятся городские соревнования, да, но хотелось бы как-то чуть-чуть на другой уровень немножечко выходить, там область, Украина, возможно. Ну, хотелось бы, но дело в том, что нет спонсирования, и поэтому нас никто не спонсирует, и мы не имеем возможности поездить куда-то в другие области.